В Мурманске состоялся ежегодный смотр сил и средств Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области. Государственные инспекторы ежедневно готовы прийти на помощь тем, кто терпит бедствия на водных объектах. Во время смотра специалисты проверили техническое состояние 8 судов, укомплектованность и готовность экипажей использовать эту технику. На территории региона более 100 тысяч озер, несколько сотен рек, также Кольский полуостров омывают два моря – Баренцево и Белое. Обеспечение безопасности людей на воде – одна из приоритетнейших задач, стоящих перед МЧС России. Для этого в экстренном ведомстве и функционирует подразделение Государственной инспекции по маломерным судам.